Разговаривать не надо, приседайте до упада. Утренняя гимнастика снова в моде. Поддержать бодрость духа и тела в кругу единомышленников можно 2 раза в неделю в сквере «Юность». Зарядка на свежем воздухе доступна для всех. Даже отсутствие спортивной одежды и пасмурная погода не помеха. Такая красивая в блузке с прической неподготовленная. Пришла с работы сюда в 10 утра ровно. Зарядиться позитивом и весельем. Я первый раз пришла сюда. Конечно, понравилось. И настроение сразу как-то улучшилось. То есть такое вот, ну, бодрость какая-то, духа. Первый раз мы в прошлый четверг проводили. Было бы достаточно большое количество народу. Показали, что да, народ хочет. Народ собирается. И вот сегодня уже продолжение, народу стало больше. Каждый раз программа будет новая, в зависимости от состава собравшихся. Больше детей, молодежи или людей старшего возраста. Тренировки проводят по вторникам и четвергам. Начало в 10 утра. Длится занятие 30 минут. Следующая зарядка пройдет на том же месте в четверг в 10 утра.